Представитель возглавляет кандидатный совет Андрей Ильич Баланс, поможет модели регулирования и надзора. Это честно было сделано, не совсем так быстро, наверное, как хотелось. Прием сообщений от пользователей о компьютерных атаках. Специалисты служб внутреннего аудита по специфике IT-аудита. Речь же идет о поддержке наших отечественных производителей. Как мы будем реализовывать? Это что бизнес сам формирует планы. Здесь на самом деле более внимательно общайтесь с бизнесом для того, чтобы доказывать свою нужность.